Всем привет! Снова в своем гараже. Сегодня очередная поделка. Всем известная угловая шлифовальная машинка, или как ее называют, болгарка. Очень универсальный инструмент, который очень многое может. Какие только насадки для нее не придумывают. Я вот решил сегодня тоже сделать еще одну такую насадку, которая несколько расширит возможности вот этой шлифмашинки. Итак, смотрим, что получится. Получается кожух вот такой. Для болгарки. Так, вот такой хомутик. Варим вот сюда. Вот так он будет. Да, надо будет брать уроки по сварочному делу. Что-то вообще не годится. Кое-как спаял, сварил. Вот такой вот кожух получился у меня. Для болгарочки. Сюда он одеваться будет вот так. Ну, примерно так он будет. Это вот так, это вот так. Вот под 125 диск. Thank you.
Вот готова деревянная основа. Так, ну что, будем собирать. Так, для вот такой вот УШМ существует множество различных насадок. Кругов, дисковые и так далее. Начиная от элементарного отрезного, заточных и прочих дисков. И в том числе вот есть вот такая вот пила. Ну, просто пилить ею в руках, держа, я бы не рискнул. Вот, и пилить, тем более, вот этот кожух для нее тоже не подходит. Маловато. Просто так пилить, это очень опасно. Я бы не рискнул. Поэтому мы сейчас сделаем это по-другому. Так, вот такой диск. Так, есть. Теперь вот это вот надо установить. Вот сюда. Этот узел точной регулировки высоты. Например, под эту фанеру мне нужно настроить высоту. Вот так. Зафиксировали. Ну что, испытание?
испытания дали исключительный результат. Нам надо поставить, сделать паз здесь. И глубина какая должна быть? Ну, допустим, вот так, или чуть-чуть глубже. Вот так. Так, мы получили глубину пазика, какую надо, чтобы вставить сюда. Фанера или что у нас? Ну вот итог работы сегодняшней. Вот такое приспособление. Думаю, иногда будет полезным. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Какие есть замечания, пожелания. Любая критика приветствуется. Пишите, пожалуйста. Отвечу на любое деловое сообщение. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Будут еще поделки. Всем пока.